Всем привет, с вами Дизик. Это небольшое такое, наверное, новостное какое-то сообщение. Собственно, посмотрите. Сейчас у меня в моем городе, где я живу, город Рига, сейчас 8 число, 8 апреля, 8 часов, ну, уже 8-10 почти. Собственно, градусник, что показывает, что творится на улице. Знаете, я такое уже видел дело, когда-то осенью, в начале осени, то, что, мол, вон, пожалуйста, где мой снег, и вот он, наконец-таки, снежок. Но нет, знаете, теперь я хочу наоборот, отдайте мою сухую погоду, я не хочу этот снег, фу, не надо. А, скорее всего, температура уменьшается, и, скорее всего, ночью превратится штука в лед, потому что она успеет подтаять, это будет лед, это... Ладно, собственно, можете показать, как у вас там все дела в городе и так далее. Вот, на Рига, 8 апреля, 8 часов вечера, ну сейчас видите уже, как светло. Это серьезно, 8 часов вечера, и вот, пожалуйста, температура. Температура, ну это уже нормально, в принципе. Ну, смотрите, что тут творится. Да, в общем-то, это все, что я хотел сказать. Теперь, ну, сейчас спасибо, кто смотрел это видео. И до скорых встреч. Всем пока.